Видео дня, Tesla Model 3 избежала ДТП, сквозь снегопад разглядев опасность раньше водителя. Несколько дней назад в сеть попало видео, как автомобиль Tesla Model 3 долгое время едет в режиме автопилота в снегопад. Сам автор назвал погодные условия снежным штормом, но для наших широт это, конечно, не так. Как бы там ни было, автомобиль большую часть времени справлялся с задачей, хотя порой не было видно ни разметки, ни двигающихся впереди автомобилей, за которые система могла бы зацепиться. Сегодня появилось видео, где машина Tesla Model 3 при гораздо худших погодных условиях спасла себя и своего водителя от ДТП, сквозь снег разглядев стоящий прямо на дороге автомобиль. Само видео можете посмотреть по этой ссылке, так как вставить его в новость не вышло. Справедливости ради стоит отметить, что по видео не очень понятно, действительно ли машина увидела преграду до того, как ее смог бы разглядеть человек. Тем более, хорошо видно, что едущий впереди автомобиль, явно не имеющий системы автопилота, маневрирует, чтобы избежать столкновения, то есть его водитель сам справился с ситуацией. Однако, во-первых, его маневр явно был опаснее, чем у машины Tesla, а во-вторых, сам водитель электромобиля утверждает, что он заметил опасность позже электроники авто. Водитель говорит, в момент происшествия, скорее всего, автопилот не использовался, но машины Tesla и без него способны реагировать на внезапные препятствия.